Учебный троллейбус предназначен для первичного ознакомления с тем, как управлять им. Как правило, для этих целей используют старые машины, уже непригодные к пассажирской эксплуатации. Отличие от линейных машин заключается в перегородке, которая делает кабину шире. В старых моделях передняя дверь становится водительской. Также рядом находится место инструктора. В кабине из отличий – наличие рычага ручного тормоза для инструктора. В данном видео пойдет речь об учебных троллейбусах, работавших и работающих в Пензе. 1421. Данная машина изначально была линейной. В декабре 2009 года была переделана в учебную и до 2013 года выполняла двойную функцию – линейной и учебной. С 2013 года полностью перешла на учебную работу. Последние ученики на ней прокатились в 2013 году. Следующая учебная машина появилась только спустя 6 лет. Ею стало 2058. Также данная машина была линейной. Уже в марте 2020 года, откатав учебный, снова стала линейной и является такой по сей день. В 2021 году учебной стала машина за номером 2048. Первые ее выезды в новом амплуа начались в конце 2021 года, и по сей день она исполняет учебную функцию. В 2022 году в компанию к ней примкнула также машина 2026. На момент выпуска данного видео работает две учебных машины.